Есть кто? Да, сэр. Слушаю вас. Ты, наверное, слышал о сегодняшнем ограблении банка? Еще бы, об этом трубят во всех новостях. Эти подонки убили 4 шерифов, 3 полицейских, взяли кассиршу в заложницы. Предположительно, они направляются к границе с Мексикой. А это значит, прямо ко мне в руки. Ничего, я доберусь до этих ублюдков. Не сомневаюсь. Не возражаешь, если я воспользуюсь твоим телефоном? Пожалуйста. Ты думаешь, мы у тебя здесь брюки играем? Мне очень не хотелось бы никого убивать, но предупреждаю без фокусов, иначе я из этого заведения сделаю братскую могилу. Ты меня понял? Я сделал все, как вы сказали. Если через минуту твой друг будет еще здесь, ты смело можешь заменить вывеску на морг имени Бенни. Ты подал ему какой-то знак? Ничего я такого не делал. Он сказал, что ты почесался. Ничего я не чесался. Значит, по-твоему, он врет? Я не сказал, что он врет. Я только сказал, что не помню, чтобы я почесался. А если я и чесался, то только потому, что мне до смерти страшно, черт побери. Послушай, этот тип все еще в сортире. Давай я пойду туда, пристрелю и дело с концом. Не надо этого делать. Вы просили меня вести себя естественно, я и веду себя естественно. Тебе придется напрячься и сделать невозможное, иначе твое самочувствие резко ухудшится. Спокойно, я сказал, спокойно. Ну ладно, завтра заеду. Ты что, сдурел? Он подал шерифу сигнал. Ты лгун! Заткнись! Прекрати! Ты что делаешь, черт возьми? Сет, я говорю тебе, он сделал это. Ты стоял у холодильника спиной к нему, а я был у журнальной стойки и все прекрасно видел. Я видел, как он проартикулировал. Помогите. Иди заводи машину. Ты мне веришь? Заткнись и заводи машину. Нет, подожди, я тебе верю, заводи машину. Нет, ты просто так говоришь. Я тебе верю, поехали. Значит, ты мне веришь? Ричи! Да! Ты живой? Он прострелил мне руку, черт возьми. Я же говорил, он сказал. Я не говорил, помогите. Ну так теперь можешь сказать, потому что тебе осталось жить 2 секунды. Ричи? Да. На счет 3. Расстреляй бомбу по бутылкам. Понял? 1. Черт. 2. 3. Карта автодорог штата Техас. Я что тебе сказал? Я сказал, покупаем дорожную карту и сматываемся. Что я по-твоему должен был сделать, сэр? Ты мелешь чепуху. Говорю тебе 101 раз. Он так посмотрел на нас, особенно на тебя, что я сразу понял, он все знает. Сколько раз я тебе говорил, сдержанность — залог успеха. Это значит не брать заложников, не убивать полицейских, не поджигать дома. Но чего ты раскричался?